Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Чего вы такие грустные, а? Че вот, рабочий день. Понедельник. Да. День тяжелый. Работаем на 18. Позовите вот главного узбека, позовите. Мура и гата, все готовятся. Муру, рава. Подожди. О, вот, вот грандиозный тоже человек. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Нурик, ты великий ученый, да? И рабочий. Герой узбекско-осетинского народа ты. Золотой рабочий рядом с тобой. Где вы? Привет всем. Учимся, работаем, готовимся к работе. Да, понедельник день. День такой? Тяжелый. Жаль. Жаль очень. Чингачку да снимем. Да, снимай, да. Смотри. Тому, сюда посмотри. Подожди. Несимен. Подожди, аккуратно сниму. Аккуратный парень вот здесь работает. Аккуратный парень. Он не хочет. Где ты? Где? Он великий тракторист. Пошел! Зороджа! Где не видно тебе? Ты что, ублюдок? Иди сюда, заходи. Да, Нори, да. Вы готовитесь к недельной работе? Да. Вы как вообще считаете? Все у нас хорошо? Нет, это не для... Это для них. Для общественности. Это вот наоборот, культурно надо. Скажите что-нибудь хорошее. По-сетински на память. А что здесь хорошего? Вот главный герой пришел. Да, главный герой. Вот работаем на восстановительной. Подними, чтобы Вадим ему... Специалист. Вот, готовить свою тему. Смотри. Вот, да. Вадим ему инком. Ауе. Ты вообще темный стал, слушай. А давай, кушка, ты канал. Подожди. Кушай, кушай. Просто здесь солнце. Под тобой солнце. Смотри, пойди вот сфотографируй. Вот уже попал. Слога! Что мне там артисты? Да, снимаюсь. Куда ты пошел опять? Вот, работаем на объекте. В поте лица. Люди расходятся по своим рабочим местам. Вот главный работник. Главный объект. Внимание. Кому? Здравствуйте. Как живете? Еще раз, кто он? Главный работник. Аркаша. Алло. Занимается... Боже, это факт, на этом объекте. По имени Аркаша. Когда начинает пить кофе для настроения. После этого питья кофе... Сахарку мало пей. Рабочим обязанностям. Сахарком мало пей кофе. Своим рабочим обязанностям вступаем с утра, с новой недели. Ну, рабочий день, конечно, тяжелый, но... Ну, стоит того. Стоит того. Конечно. Без работы жизни нет. Где наша бригада, Аркаш? Бригада все, о, туда обязательно пойдем. Вот Жорик начал уже работать. Здорово, братва. Ну вот, видишь. А мы с тобой более демократы. Не, я не демократ. Ну там этот свет на тебя идет. Девушка, пожалуйста. А, вот здесь тень.
Потому что от света. Хвала у вас, если тому, конечно, я писал. Самый главный Чингачгук. Ты что, он трудолюбивый? Самый трудолюбивый. Ты вот так подними, а то глаза испортишь. Чуть-чуть, давай. Да сорися. Шишпай, шишпай, видео момент. Аба рашу, ты дарил. Самый туда. Ёмкий парень. Но он очень слабый человек. Кушать хорошо любит. Хорошо любит кушать. Кушать хорошо. Две порции, не меньше. Кушать не меньше две порции. Три порции. Когда кушает, то работает. Когда не кушает, не работает. Ни хера себе. И трактор, а слабый. Слабый, выключил. Очень слабый человек. Не, как? Очень слабый человек. Почему? Он же три раза кушает. Он у него лопата вот наполовину отрезана, чтобы у него были эти большие. Можно я ваши героические эти полностью сниму? Очень интересно. А куда я посмотрю, снимать? Вот самые хорошие рабочие. Только вы далеко. А, ну все. Отлично. Ну, спасибо большое, спасибо. Скажите что-нибудь, хорошие слова. Все, работа хорошая. Работает. Дай Бог. Есть, но дай Бог. Чтобы все хорошо было. Все хорошо. Рашут! Отпуск на шкорку. Целый объект. Вот строим, да? Все строим. Доброе утро. Здравствуйте. Ты самый хороший человек. Давай. Самый хороший мумин на свете. Да, узбеки. Не-не, Аба! Наша хорошая команда, вот. Где вы? Работаем. Нури, они вообще самые сильные, да? По асфальту. Смотри, он как американец стоит. Америка, да? Вот. Салам алейкум. Алейкум салам. Сними. А потом сразу покажет, как они... Аба, Нуру, ты и Вадим — это самые большие герои. Да, герои. Мы вместе герои. Мы все вместе герои. Вы же все пашите, все трудные вы делаете. Начало недели, трудный день, не хотим работать. Вот стоим здесь. Вот идет. Главный инженер уже. Да, главный прораб. Идет. Внимание! Он идет, да? Внимание. Прораб. Тамик везде. Ками бригада. Рабочий класс. Ками бригада. Как у вас дела? Алам алейкум. Еще раз снимаем. Здороваемся. Ждайте, что надо. Мы работаем. Обед. С обедом. Как у вас дела? Не хватает. Сколько? Три раза или один раз? Один раз. Первый, второй. Можно и третий. Тогда хорошо. Так себе. 2000-3 выходит. 1050 гривен. Зарабатываем все вместе. Ну добавим еще. Добавим. Москва нас поднимает. Работайте, будьте. Я люблю вас, а? Что мне сказать? Уважаю. Уважаю! Маги, мы через флешку здесь фотографии на память. А, вот так сделаем. Это видео снимает и флешка. Это он работа, и трактор нету, трамбовка нету. Твоя вина? Где трактор? Твоя вина? Хороший человек. Молчит, ничего не говорит. Ты можешь видеть. Заправка я нахожу. Есть трактор, есть шофер, нету. Там что? А там ты что, забыл сейчас? Куда ставишь?
А где другие? Где Рами? Где наш Эльхан? Эльхан? Эльхан и Афганистан. Афганистан. Афганистан, он лучше в Азербайджан. Почему не поехал? Грузию почему? Нет, он Азербайджан плюс Афганистан. Давай поедем в Гардабан, Марнеул. Трактор идет. Хороший трактор идет. Что ты? Я хороший этот режиссер. Рами. Мы приехали из Азербайджана зарабатывать бабки. А здесь не дают ему работать. Фронт не дают. Почему не дают? Фронт работы не дают, да? Да. А ты что скажешь? Главный. Водка есть, чуть-чуть нету. Иди, Вадим, Вадим, поближе. Вот он самый хороший человек. Ты знаком с ним? Да. Ну-ка познакомься еще раз. Мы самые хорошие ребята на белом свете. В нашем микрорайоне работаем. Начало недели. Чуть-чуть туда иди. Надо прежде чем работать, выпить, закусить. Потом фронт работы появится. Много чего у нас нету, но мы... Работает отлично. Да. Вот отличные ребята. Да. Стоят, ждут работу. Работа будет. Сосам позвонил. Сосам позвонил. Он сейчас материал нету. Да. Получаем по 100 тысяч. Собираемся собрать и поехать в следующем году на море. Понял? На море. Море. В Азербайджан. Золотые ребята. Чуть-чуть двигаетесь, слушайте. Это видео, а потом фотографии будут. Ничего, отлично, все хорошо. Как будто Арсенал и Ливерпуль. Режиссер. Представь, ребята. Это главные наши работники. Хорошие работники. Где ты? Узбекские братья. Стараются работать, но зарплаты нема. Сейчас это видео покажешь, потом скажешь, что ты хрена не работаешь, все кидай. Фигушки вам там. Вот, главный ваш начальник ушел. Слабата. Он очень хороший человек. Смотрите. Он мой брат. Геннадий, главный футбольный эксперт. Хорошо скажи, здравствуй. А вот он боксер Фируз. Да. Вот главный механик. Каратист. Вот он душевный, главный душевный инженер. Душа. Хороший инженер. Построитель. А вот он его коллега. А я распиздяй. Нет. Чтобы меня знали, главный он сачок. Он самый-самый золотой рабочий в Осетии. Он золотой человек. Он так зеленый. Видео. Рамазан. Что он делает? Да, я смотрю. Он почему лёд? Это его лошадь? Это видео. Гена, они что? Что? Вот главный работник. Ой, появился. Так все здесь. Или рука есть. А заранее. Вот он, да, Астон. Дай пряник. Астон. Пока не надо. Астон, вот. Видел. Где? Вот так. Своим местом. Самый европейский осетин, да? Александр. Как дела? Отлично.
Это что за у вас Фиат? Фиат у вас? Это Гелебаги. Жигули. Гелебаги. Ты что сегодня будешь делать? Я работаю. А вот он что будет делать? А я буду на вас смотреть. А он будет там, да, там работать. А ты будешь за нами следить. А, я сейчас уже заканчиваю съемку. 12 октября еще раз будем на съемке. 12 октября. А 12 октября? Съемка у меня будет еще одна. Все, понял, благодарю. Спасибо, дорогой. До встречи. Папа! Вам не считай в ухи! Слыхал? Осторожно будь! Слыхал? Осторожно! С болгарка умеете работать? Конечно. Как дела? Остановились. О, спасибо большое, дорогой. Вот сейчас я подожди. Я поздороваюсь с вами. Мой хороший. Ты отличный, дружище. Ты самый прекрасный человек здесь тоже. Домашний архитектор. Да. О, самый главный осетитель Сардона. Замечательно. Внучок, сынок и папаша. Вот он, его кличка папаша. А ты где? А ты, сынок? Покажи свой красивый нос. А где? Где этот? Главный распиздяй. Главный пидорас, блядь. Ага. Кусакла, курбаша. Это? Мы здесь, вот с Вадимом, встань. Он главный передовик производства. На память вас. Когда малышка? Трус. Трус, иди сюда. Вот это не получается. Вон, типа. Ты иди сюда. Ну-ка, давай. Я уже начал снимать. Что вы делаете? Вы готовитесь? Да. К чему вы готовитесь? Мы к черевому готовимся к рабочему дню. Готовимся к репортажу. Уже начался. Жоры Квартана, и как ему там? Какие Жоры Квартана? Таймураз и Володя. Начали рабочий день. Тяжелый день. Понедельник как-то. Как тебе пить, да? Понедельник тяжелый день, да? Да, как всегда. Рабочий день уже давно начался. Улыбки не вижу на лице, как всегда. Потому что понедельник. Понедельник чересчур тяжелый. Да. Какой чересчур? Это тебе тяжелый день. Ты снимаешь тяжелый, поднимаешь. А ты почему не работаешь? Очки нацепил. Очки у Жорика взял? Да. Или у себя? Жорик Квартан. Квартан. Ну это, один раз это сфоткаю. Ты меня снимай, я тебя хорошо. Так не получается, у тебя лицо вообще не видно. Что? Чуть ниже сделай. Тырировать меня и всем рассказывать. Конечно, есть конечно. Оператор рекламу, и предлагает. Тебе же рекламу надо сделать, чтобы на свадьбу снимал. Да. Только на свадьбах или на открытиях в магазине? Да похоже. Ну, здесь уже сам себе рекламу. Здесь сам себе рекламу делал. Тебя автандил зовут или Гибель? Автандил. Автандил? Да, автандил. Я тебя буду называть Гибель. Гибель. Это Шалико. Шалико. Шалико подходит. Thank you.
की नकानों की दुनिया है दिल वालों की, हाँ गोरों की नकानों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की, ओ गोरों की नकानों की हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम। न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार, न चांदी गीतों से हमको प्यार, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। चार यहाँ खुश होके जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। अरे जीना है तीन चार यहाँ खुश होके जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार, क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे की नकालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की, हो गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की नकालों की दिल वालों की। ये ले माँ, आ गए बेटे।
начо, и мебиксачек начо. А я мабиско данса, а я мабиско данса. I am a disco dancer.
होठों की न कानों की, दुनिया है दिल वालों की। हाँ गोरों की न कानों की, दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की, गोरों की न कानों की।